Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Поехали. Рассказывай, что меня ждет. Я про сына своего хочу спросить. Он, у него все хорошо будет? Как у него сложится жизнь? Ну, на рыбу похоже. Смерть? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открою счет. Сейчас попробую. Have a nice day. Эй, Чак, нам на корабль пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора.
по-черному, потому и бузят. Этого можно тащить сразу в лазарет. Второго волоките в карцер. Пусть там посидит. Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться.
Что это было? Чарли, сюда! Твою мать! Не говори. Какое-то безумие. Господи, еще покойник. Кому-то повезло. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой, он был здоров как бык. Вот бедняга. Сейчас не чувствуешь ничего странного? Я, по-твоему, люблю потрепаться о своих чувствах? Ха. Ты похож на ходячую развалину, Чак. На себя посмотри. Эй, Чак! Видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? Чарли, иди сюда! Иди сюда. Только не это. Чарли! Слышит? Ваши координаты, повтори, сообщите ваши координаты. А, ну давай же!
давай же, черт возьми! Это что за хрень? Что?